Вы смотрите видео об отеле Клеопатра. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Клеопатра расположен в стране Испания в регионе Коста-Браво и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 90 километров от аэропорта Барселона, 30 километров до аэропорта Жирона, в Лорет-де-Мар. Недалеко от отеля Анабел 4 звезды. Центр курорта 350 метров до автобусной станции. 120 номеров отеля оформлены в египетском стиле. Отель состоит из двух корпусов пятиэтажного главного здания, а также четырехэтажного дополнительного. Реконструирован в 2004 году. Отель расположен в одном из центральных районов Лорет-де-Мор, в 500 метрах от пляжа Плая-де-Лорет. На территории отеля имеется один ресторан, два бара, один открытый бассейн с подогревом, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка по запросу платно, окей. 20 евро в день. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение с русскоязычным каналом, центральное кондиционирование, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, балкон, Wi-Fi подключение к интернету бесплатно, детская кровать по запросу бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из стандарт румс 20-25 м2, максимум 4 человек, джакузи румс 21-30 м2, джакузи, максимум 4 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть джакузи, массаж, парикмахерская, сауна, аэробика, теннисные корты, тренажерный зал. За дополнительную плату имеется сауна, турецкая баня, джакузи, массаж, бильярд. Для детей есть детское меню. В ресторане детское кресло, детская площадка. Год постройки гостиницы 1975. Год, когда был сделан последний ремонт, 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.